а сейчас хочу еще к одному сорту вернуться. Он, наверняка вам этот сорт знакомый, но, возможно, он недооценен вами лишь потому, что вы не научились с ним работать. Но он однозначно заслуживает своего внимания. Это сорт среднепозднего срока созревания. Он буквально на пару дней раньше начинает плодоносить, чем сорт Роксана. Но посмотрите на эти ягоды. Они однозначно заслуживают своего внимания. Сейчас я взяла, конечно же, одну из крупных ягод. Да, посмотрите, какой она величины. Я больше хочу сказать. Если мы посмотрим на вот эти ягоды, у нее, что характеристика, да, этого сорта, Олимпия, хочу сказать, что у него очень супер регулированная форма. Она не теряет своей формы. Посмотрите, какой у нее. Какую бы мы ни взяли, посмотрите, да, вот она какая. Вот она какая красотка. Вот, это среднего срока созревания. А еще я вам хочу сказать, давайте, наверное, перейдем сюда, чтобы я показала. Здесь все-таки с этой стороны вам будет виднее. Посмотрите, ну сюда, на эту красоту. Ну не заслуживает ли она своего внимания, да? Вот посмотрите. Видите, какая регулированная форма. Такое происходит часто, когда вы сразу недооценили сорт, а потом, когда научились с ним работать, уже других сортов не хотите. Но мне кажется, что суперкоммерческая у него форма, у этого сорта, сорт Олимпия. Да, и на него стоит все-таки обратить внимание. Ну, а если кому необходимо узнать какие-то детали по культивации этого сорта, я, конечно же, с удовольствием будет запрошена, и на наши вопросы всегда находят ответы. Ну, а на сегодня всем пока. Встречаемся уже в следующем видео. Оставайтесь с нами на нашем канале. Всем пока.